Жизнь каждого из нас – длинная и неспокойная река. Часто на горизонте много трудностей и тяжелых моментов, которые нужно преодолеть. Как вы думаете, откуда вы берете силы? Этот психологический тест поможет вам понять, откуда берется ваша сила. Посмотрите на картинку и выберите букет цветов, который вам нравится. Отключите логику, выбирайте сердцем. У вас есть 10 секунд. Выбор первого букета указывает на то, что ваша семья дает вам силы для продолжения жизни. Люди, которых вы любите и с которыми у вас особая связь, являются вашим достоянием. Вы очень привязаны к ним, и они всегда были рядом, когда вы в них нуждались. Вы всегда можете рассчитывать на свою семью во всем, что вам нужно. Если вы выбрали второй букет, значит вы берете силы для движения вперед у своих друзей. Первыми, кто поддержит вас в вашей жизни, будут ваши друзья. Люди, которых вы мудро и тщательно выбрали для жизни и с которыми у вас установилась особая связь. Именно к ним вы обращаетесь всякий раз, когда вам нужно довериться, выпустить пар или поплакать. Вы всегда можете рассчитывать на своих друзей, и они знают это и как они важны для вас. Выбор третьего букета указывает на то, что вы черпаете силы из своей работы. Вы человек, который много рассчитывает на себя и на свои силы. Самостоятельный и целеустремленный, ваша работа является вашей самой большой гордостью. Если вы чувствуете себя наполненным и удовлетворенным, то это благодаря своей работе. Выбор четвертого букета указывает на то, что вы черпаете силы для продолжения своей жизни в себе. Вы ваш главный актив. Вы обладаете большой силой духа и большим оптимизмом. Цепкий и уверенный в себе. Вы не останавливаетесь ни перед каким препятствием и в случае затруднений идете на поиски решений и возможностей. Если вы выбрали пятый букет, то это означает, что вы черпаете силу из своей духовности. У вас важная вера. В хорошие и плохие времена вы доверяете вере и чувствуете себя очень утешительно. Вера – это источник надежды и большая мотивация для вас. Эта сущность заставляет вас чувствовать себя удовлетворенным и способным справиться со всем. Именно благодаря вере вы чувствуете себя достойным и сияете в этом мире, и это большое преимущество. А какой букетик выбрали вы? Обязательно делитесь своими результатами в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Но у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.